играет сейчас? Да. Ром играет? Бортник. Еле-еле вытащил игру. Он? 3-2 на 9. Петеряков Андрей, Тарусов Андрей, стол номер 6. Четверка за игру, а ты четверка. Тучинский Василий Мартонов, стол номер 1. Мы продолжаем, уважаемые друзья. Полным ходом идут игры чемпионского дивизиона. И, если не ошибаюсь, там осталось одна или две игры в челлендж-дивизионе. Это игры, которые начались в 9 часов. И сейчас мы уже сможем узнать окончательный исход встреч в челлендж-дивизионе. И через некоторое время мы уже будем награждать победителей и призеров чемпионата, а также будем премировать участников, занявших места с 1 по 8, а также победителя второго финала. Алексей Костырия против Евгения Хазикова. Костырия представляет Московскую область, Хазиков – Калужскую область. Именно эту игру вы сейчас видите на 5-м столе. Рядом идут другие встречи. И вот там вдали, в самом, вы видите Роман Бортников против Юрия Торопова. Простите. Счет... Торопов 3-2 ведет в первом сете у Бортникова. Бортников очень тяжело выиграл свою первую игру. 3-2 на 9 в пятом. Главный судья соревнований Сергей Яковлев, арбитр международной категории. Приглашает участников финальной игры в челлендж-дивизионе. Что касается вопросов с нашего онлайн-чата по поводу рейтингов НТР, я сейчас это объясню. Мы изначально в положении прописывали, чтобы игрока не было в рейтинге ФНТР. Но что здесь имелось в виду? Первый момент. В текущем году игрок не должен был принимать участие в ставочных турнирах. Беттинговые компании, вы все их прекрасно знаете, это Лига Про, Мастерс и так далее. И по аналогии с запретом на участие в текущем году в соревнованиях беттинговых компаний, также имелось в виду и запрет на участие в любительском чемпионате России игроков, которые участвовали в этом году в соревнованиях, проводимых под эгидой ФНТР. Там, где считается рейтинг ФНТР, это, конечно же, чемпионаты, всероссийские соревнования и так далее. Вы все прекрасно знаете эти соревнования. Но поскольку ситуация с недавних пор изменилась, я по своему опыту скажу, что ранее я, вот, например, играл чемпионат Москвы в декабре, отбор на чемпионат Москвы в декабре. Мы платили за обсчет рейтинга сумму, помню, в тех годах было 1200. И финальная часть чемпионата Москвы, которая проходила в январе, это менее чем через месяц, также мы должны были платить взнос игрока за лицензию, так называемую лицензию игрока ФНТР. То есть, получается, мы за один месяц игры два раза платили этот взнос. Сейчас ситуация изменилась. И не по календарному году игрок присутствует в рейтинге, а по факту оплаты. Если я не ошибаюсь, поправьте меня. То есть, если вы сыграли в ноябре того года, то вы будете в рейтинге до ноября этого года. Даже если вы не играли в 2021 году соревнований под эгидой ФНТР. Именно это мы и имели в виду. Если
произошло недопонимание, то, надеюсь, вы нас поймете. Смысл в том, чтобы в текущем году игрок не играл ставочные турниры и турниры ФНТР. Спасибо за комментарии. Мы следим по возможности. Очень много, поверьте, очень много дел. Сейчас подготавливаем уже кубки, медали и денежные призы к награждению лучших в челлендж-дивизионе. По расписанию у нас в 15 часов. Я думаю, вряд ли мы до 15 успеем здесь в чемпионском дивизионе управиться. Может быть, что-то в районе 3:30-4 закончатся игры чемпионского дивизиона, и мы будем награждать лучших в сильнейшем дивизионе чемпионата России 2021 года. По поводу вопроса, очень хороший вопрос, спасибо. Не вижу я очень четко на аватаре логотипа ТТ. Участник ТТ задал вопрос, можно ли было бы не по факту заранее сообщить в СМИ информацию о чемпионате. Ситуация следующая. До последнего проведения чемпионата было под вопросом. Уже устал я говорить, по какой причине, вы все это прекрасно знаете. Так называемые эпидемиологические причины. Ну, скорее всего, не так называемые, а именно они и есть. Все было под вопросом, были под вопросом требования по меддопускам, которые, слава богу, мы сумели решить. Да, согласен, что можно было бы заранее дать, но заранее, я думаю, все, кто интересовался этой темой, в любом случае знали о возможности проведения этого чемпионата и о ресурсах, где эта вся информация доступна. Поэтому информация, анонсы были, положение было. Достаточное время было, если я не ошибаюсь, по-моему, за месяц. За месяц мы начали информировать всех любителей настольного тенниса о том, что чемпионат пройдет 7-8 августа. Соответствующие посты были сделаны в Фейсбуке, ВКонтакте, в группах наших региональных представителей, поэтому не знаю, как вам один месяц в плане того, задолго это или незадолго, не готов сказать. Ну, мне кажется, месяц, в принципе, более-менее достаточное время для того, чтобы узнать все детали, связаться с региональными представителями и организовать отборы, что, в принципе, и было сделано. В большинстве регионов страны прошли региональные отборы во всех регионах страны. Ну, может быть, было несколько регионов, где не удалось собрать большого количества претендентов. Но в любом случае, там ребята свои, что называется, сыграли турниры небольшие и определили тех, кто поедет в Москву. Кто-то отказался по финансовым причинам, в частности, представители Новосибирской области. Я знаю, дорогие билеты, 30-40 тысяч выше из разных регионов. Не все имели возможность обеспечить финансирование своих поездок. Кстати, вот сегодня я переговорил с представителем одного из регионов. Поделюсь с вами, мне понравилось решение, которое он нашел для того, чтобы финансировать свою поездку. Обратился к депутату, к своему местному, рассказал, что вот есть такое-такое соревнование, и что они хотят поехать представлять свой регион в Москву. И через некоторое время ему последовал звонок от помощника депутата, и он сказал, что можете приезжать, получить деньги на финансирование, на вашу поездку в Москву. Два участника приехали из одного из регионов. Вот вам такое решение. Как вам оно? Проявили, что называется, смекалку. С учетом всех наших особенностей, всех особенностей нашей страны. Поэтому много есть решений. Знаю еще один регион, который
сумел добиться финансирования по линии местного спорткомитета. В следующем году мы планируем, делаем все возможное, чтобы наш турнир появился в ЕКП. Как только он будет в ЕКП, нам сразу будет гораздо легче. Я думаю, будет финансирование и судейство. И на основании этого игроки могут претендовать и обращаться в свои местные региональные спорткомитеты и просить финансировать их поездки. Я думаю, это гораздо легче будет сделать. Соответствующие деньги в бюджетах есть. Это я вам точно совершенно говорю, потому что общался со многими представителями региональных министерств спорта и спорткомитетов, и эта информация у меня точно есть. Надеемся, что будет лучше. По соревнованиям в планах у нас проведение в конце этого года командного чемпионата России. С залом пока еще не определились. Может быть, это будет Санкт-Петербург, может быть, это будет Екатеринбург. Есть несколько городов, которые готовы принять наши соревнования. Мы обязательно сообщим вам. Очень ждут наши соревнования в Алтайском крае, в Барнауле. Причем будет хорошая очень и культурная программа, и посещение местных достопримечательностей. Ну и безусловно, если нам удастся все сделать, мы постараемся стартовать с клубным любительским чемпионатом, соревнования, в котором мы намечаем, чтобы проводились по региональным принципу, по зонам. Может, это будут зоны, уже определившиеся, зоны Поволжья, УРФО и так далее. Может быть, будут другие деления, мы определимся с этим также. В любом случае, определенное количество будет играть в регионах, и лучшие команды, клубы будут в одном из городов России оспаривать в плей-оффе главные призы. Вопрос у нас появился по поводу, что такое ставочные турниры. Ну, ставочные турниры или по-другому беттинговые компании. Беттинговые компании – это компании, которые транслируют настольный теннис, либо в онлайне показывают видео, либо в онлайн-счет дается и принимают ставки от любителей азартных, скажем так, игр, а просто от тех, кто делает свои ставки. Очень тяжелая тема, поверьте, есть что сказать, это просто, не знаю, это просто отдельный мир со своими законами, со своими, может быть, даже, я бы сказал, понятиями. Поэтому не хочу касаться этой темы. Может быть, как-нибудь лично поговорим. Но озвучивать это в эфире, конечно, нет у меня желания. Скажу так, поделюсь, что знаю очень многих моих друзей, знакомых, которые очень прекрасно себя чувствуют, обладая рейтингом, например, в 500-600 баллов, играют, постоянно играют в ставочных турнирах и очень неплохо зарабатывают. Вы все прекрасно, я думаю, это знаете. Можно зарабатывать от 70 до 100 тысяч рублей в месяц и выше, в зависимости от ваших рейтинговых значений. По определению, такие люди, конечно же, не должны считаться любителями, поскольку они напрямую зарабатывают деньги, играя в настольный теннис. А очень часто и не только играя, но еще и обеспечивая нужные результаты. Согласен с нашим
участникам чата «Палитра» по линии профсоюза проводятся спартакиады. Абсолютно согласен. Я думаю, что очень много есть возможностей. Многие из них даже наверняка еще и не освоены, не попробованы, эти каналы. Делитесь своими мыслями, своим опытом. Я думаю, может быть, кому-то это будет и полезно. Может быть, кому-то это и поможет. Хазиков побеждает 3-1 Костырю. Вопрос по поводу чемпионата России, ветеранского чемпионата России. Также очень сложный вопрос с Михаилом Львовичем Торговым. Я на связи. Как только будет какая-то ясность, я обязательно с вами этой информацией поделюсь. Следите за новостями на сайте Мир настольного тенниса ttw.ru. По возможности, хоть сейчас и мало времени заниматься новостной лентой, но основные стараюсь моменты все-таки там выкладывать. А может быть, даже лучше будет получать информацию через соцсети, Facebook, ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, всегда буду рад вас видеть. Алекс Ломаев. Для того, чтобы в ваших новостных лентах были анонсы, все новости о трансляциях, о новинках инвентаря. Ну, пытаюсь там по возможности результаты выкладывать с тех соревнований, где проводим трансляции, первенства страны, чемпионаты России и так далее. Очень, очень тяжелая игра Бортников, Торопов там. 1-1 и 7-5. Торопов впереди в третьей партии. Я думаю, вам отсюда счет не виден. Буду вас держать в курсе. И также следим за тем, как развиваются события на столе номер 4. Антон Хмарук с правой стороны стола. Он ведет 2-1, но уступает 1-3. Купцов Владислав, Павлов Иван, 111. Встреча за 11 место. Воробьев Сергей, Ветенков Дмитрий, 106.